сюда. Но, наверное, кстати, начнем вот с моего любимчика. Про Underdog. Такой вот. С пиджерной катушечкой вот. Намотал шнур. Так вот все выглядит на этот спиннинг. От Quantum Drive. От 4 до 25 грамм. То есть. Мелко, мелко, травы много. Пытаемся туда пошариться. Камера была выключена на забросе. Теперь испытаем новую катушку. Такая атака была. А маленькая щукочка. Маленькая. Все равно первая. Как она воблер захватила, как всегда, камера выключена и атаки происходят. Сачок вон он. На одном крючке. Еще может сойти. Плавно, плавно в домике. Вот она, наша первая щучка. Не дергайся, отпустим. Отпустим. Хватит все тут запутывать. Сейчас измерим. Зафиксируем. Для статистики. Такая вот щука. Сейчас надо ее распутать. Сама в сачке. Так, что тут у нас? О, боевая какая. Ух, маленькая боевая. Щука 58 сантиметров. Можно отпускать. От 60 можно брать. Взвешивать не будем. Не будем ее мучить. Аккуратно ее отпустим. Пусть дальше живет. Я думаю, 1,5 килограмма. Вот. Наш спро воблер сработал. Ух, какая шустрая. А может, бабушку принесет нам?
отлично, по 6 утра с первой щучкой. Продолжаем, надеемся, что еще что-то поймаем. Надеемся, может даже и ничего не будет. Ну, да, катушечка справилась, тормоза хорошо настроил. И разловили. Швыряет хорошо. Сейчас на камеру, наверное, как всегда не будет происходить поклевки. Того берега надо, думаю, на машине потом переехать, и вон там что-то плескается, меньше травы. Да уж, к сожалению, 2 четвербайта потерял за одну, то есть за пару минут там. Поэтому ставлю я такой большой крынк. Тоже где трава будет проходить хорошо. Пришлось чуть карабкаться через крапиву, пробираться, поэтому все длинно одето, лишних ключей нам не надо. И вот прекрасный берег. Опа. Не каждый соизволит такое делать. Многие хоть любят возле машины что-то не таскаться, как я, по 500 метров, а то и больше. Вот, вода ушла, и можно сюда подкрадываться. Фу, чуть устал. Хорошо тут, и никто не будет мешать. Фу. Ставлю другую палочку от Бальца. Мощная палочка. Как всегда, да, что-то забудешь. Теперь я знаю, что я забыл. Забыл очки. Вот сейчас солнце вышло, и этого не хватает. Что ж, приступим. Какой поставить? Попробую с натуралки. Айслайт. Давно я на него уже не ловил. Готово. Вода очень чистая.
ступнем возле дерева. В общем, на этом мы прощаемся с вами. Лишь одну щуку поймал. Все. Хотя погода нормальная. Не хочет ничего больше. Есть. Хотел прощаться. Вот. Вот она. В траву забудет. Вот она. Есть. На крэнк. С травы ближе. Да, это окунь. Но щука. Это хороший окунь. Смотрите. Это да, это трофей окунь. Хорошо взял окунь. Окунь наш 26 сантиметров. Такой вот. Вот такой вот окунь. Красавчик. На этом мы заканчиваем все равно рыбалочку. Время подходит к концу. Всем до новых встреч. Пока-пока.